Доброе утро, друзья! Всем рок-н-ролл, группа Four Tones в нашей студии. Привет! Привет, привет, молодые привет. Ребята из Петербурга, которые бодрые уже засветились. Такие, смотри, 7 утра. Засветились уже у Aerosmith, у Metallica. Вообще, я была в шоке, как так получилось, как вы пробились к таким высотам. Мы отправили наши записи в корпорацию PMI. Они послушали, отправили менеджменту групп. Те подтвердили, и нас, собственно говоря, взяли на разогрев. Вот так вот просто все делается? Все достаточно просто, да. По имейлу, да? Да. Расскажите о планах, о грандиозных, да? Я так понимаю, вы работаете сейчас с саунд-продюсером 30 Seconds to Mars. Да, мы записали с ним трек в Москве в рамках проекта Backstage Secrets. В общем, там такой общеобразовательный проект привозит разных иностранных продюсеров, каких-то таких именитых. Вот на прошлой неделе был Джимми Дуглас, который сделал Джастина Тимберлейка, AC/DC. Вот. И, собственно говоря, в осенью мы записали с ним трек с Брайаном Вирчо, это продюсер 30 Seconds to Mars. Вот прям продюсер-продюсер, который все время с ними... Который работал над альбомом This Is War. Uh-huh. И вот скоро мы готовим релиз этого трека вместе с клипом. И клип будет, мы как раз говорили об этом в анонсе, по мотивам да, «Игры престолов». Мы, да, подытожили это так, подтянули к выпуску, к выходу нового сезона. Сегодня, кстати говоря, да, поклонники трепещут. Вы сами смотрите «Игру да? престолов»? Ждете? Ждем, конечно, конечно. Так, а расскажите о клипе, каким образом он будет завязан? Ну, наверное, там, если люди смотрели, многие все знают, что Джон Сноу в предыдущем сезоне. Один из персонажей, да, ключевых. Один из персонажей, таких, ключевых. Да. Всем полюбившийся, наверняка, это нас подтолкнуло к идее клипа. Он умер, и мы ну, его... вроде непонятно, а вдруг да, он еще жив? Был он... Я не хочу верить в то, что он умер, как поклонник сериала. Я единственный человек, который не смотрел «Игры престолов». Нет, вот еще... А, серьезно? Даже в вашей группе такие. Так, и вы решили, что все-таки он не умирает. Да, и мы воскрешаем его и... В общем, таким образом продолжаем «Игру престолов». Снова живка, короче, да, под таким девизом. Слушайте, а продюсеры, создатели сериала что-нибудь об этом знают? Я думаю, что пока нет, но мы приложим какие-то усилия, чтобы они об этом узнали. Почему не поете на русском языке? Наверное, потому что английский такой интернациональный язык и понятный для всех, в общем-то. Наверное, сейчас такое время, когда... Давайте послушаем даже... песню на интернациональном языке, понятную для всех, этим утром в прямом эфире. Как она будет называться? Someday. Someday, группа Four Tones. Time is coming soon. You will find yourself watching from the outside. You never tried to do something great, something that will never die. Look what you've done. Maybe it was wrong. It's not the reason for you not to move on. For a sign, destiny to show you the right direction. You're waiting for someone who will show you that this is right selection. Ooh, what you've done, maybe it was wrong. It's not the reason for you not to move.